Для сельских предпринимателей значительно упрощается доступ к кредитным средствам на создание или расширение бизнеса. Об этом сегодня в ИТРАУ сообщила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова. Сумма кредитов для сельских бизнесменов, которые теперь можно получить под гарантии государства, выросла с 3 до 18 миллионов тенге. Для тех, кто займется созданием откормочных комплексов, срок возмещения кредита с 5 лет увеличивается до 7. Порадует жителей села и сокращение числа документов при оформлении займа. 30 документов, может быть, это 30 госорганов, возможно. Это опустилось теперь на 15. И что, упрощение, уменьшение документооборота и уменьшение, значит, хождения этого человека по разным инстанциям.